в 12 главе, Мишли, притчи царя Соломона, написано в 25-м отрывке, в 25-м посуке, написана интересная вещь, что когда есть даага балев иш, яшхена, когда есть беспокойство в сердце человека, у него в голове беспокойство, он должен яшхена. Что такое яшхена? Это он его утопит, написано, да? Возьмет его, утопит, погрузит вглубь. Теперь ведавартов и самхена. Давартов, хорошую какую-то вещь, она его будет радовать. Значит, здесь объясняет Шломо Мелех такую вещь интересную. Что у тебя человек, он волнуется, переживает, у него внутри, в сердце что-то не так, в подсознании. Он может даже не знать, что это не так, но вот когда оно у него не так, оно оказывает влияние на всю его жизнь, на все. Теперь, что с этим делать? Яшхена, это нужно от нее уйти. Нужно от нее уйти, но в каком случае от нее нужно уйти? Это большой вопрос. Есть два типа, два типа беспокойства. Первый тип беспокойства – это когда ты ничего не можешь сделать. И ты беспокоишься, от такого надо уйти. Ты ничего не можешь сделать, смирись. Есть второй тип беспокойства, когда ты должен, когда ты можешь что-то изменить. Так вот это слово «яшхена», его можно прочитать двумя вариантами. «Яшхена» – это утопит вниз, а «ясхена» – Ясхена, это лисахех, сиха, поговорить. Так вот, это сказал Бристеров. Он говорит, что вот эти вот два разных типа беспокойства нужно по-разному вести. То есть, если, например, ты можешь что-то изменить, посоветуйся с умными людьми. Посоветуйся, спроси совета у спокойных людей. Когда ты сам один в беспокойстве, человек не видит всех возможностей. Когда ты обращаешься к умным, таким адекватным людям, они тебе могут дать хороший очень совет, когда есть беспокойство. Теперь ведавартов и самхена. Теперь во второй части этого отрывка дается следующий метод, что в принципе, из подсознания надо убирать плохое, то есть нужно стремиться к тому, чтобы у тебя было лев-тов. То есть лев-тов – это доброе сердце, чтобы тебе было хорошо на сердце. А дага – это беспокойство, это уже нехорошо. Так нужно, вот если есть это беспокойство, его нужно уводить. Если ты можешь решить эту задачу, да, то, что вызвало у тебя дагу, посоветовался, решил – отлично. Если же ты не можешь этого решить, тогда давартов и самхена, то ты вспоминаешь о какой-то хорошей вещи. Например, что ты учишь Тору, что у тебя есть вечная жизнь, что у тебя есть заповеди, что у тебя есть руки-ноги там, и так далее. То есть не можешь решить эту вещь, которая тебя беспокоит. Поменяй формат мышления, то есть подумай о том, что у тебя есть хорошего, и тогда вернется на сердце опять хорошее состояние. Теперь, ну а если ты можешь решить, то решай. Решил, опять тебе хорошо. То есть стремление должно быть к доброму сердцу. Это то, что сказал Шломо а-Мелех в 12 главе притчи в 25 отрывке.